Всем привет! Стартовал квест Альянса, и у нас появились в призывах новые герои. Очень меня заинтересовала вот графиня Винтер. Кстати, Китти еще есть. Очень интересная Китти. Так, кто у нас? Фельтон, Планше, будет что повытаскивать. И новые герои месяца меня интересуют. Давайте. Понеслось. Давайте сначала сделаем 10 призывов за монетки. Посмотрим, кого получится вытащить. Ну, естественно, сразу, это очень редко приходит, когда пятерочек сразу. Пока у нас, кстати, какие шансы? 1%. Ладно, крутим, смотрим. Ну, все-таки минимум на героя месяца я за данный призыв, вот сколько я сейчас буду делать, рассчитываю. Очень его хочется получить. Так. Пока у меня не так уж много героев есть из данного события. И продолжают сыпать только регулярки. Уже 5 призывов сделано. И, к сожалению, ну вот только Фельтон. Изучать будем позже. Сейчас продолжаем призывать. И приходит Белит. Так, только тройки почему-то. Странно. Резчик. Что, неужели пятерками обделит игра за жетончики-то? Планше пришел. Такой мальчик интересный. Дальше. Вильерс. Хороший дядька. Прокачал на фул. Довольно-таки доволен им. Так, и X10. Понеслось. Держим кулаки за пятерки. Фельтон, ты уже был сегодня. Боря. Будет корм. Яд. Дальше. Тайрум. Были так, ну опять мы скатились вниз в регулярке. Фельтончик. Ригард. Так, дядя Бердан. Резчик. Планшет, так, а герой месяца? Нет, не дали герой месяца. Так, давайте еще раз сделаем 1x10. И посмотрим, кого получится достать. То есть, получается, будет сделано 30 призывов. И вот пока, к сожалению, никакой результативности я здесь не вижу. О! О, Келайл, блин. Регулярки опять сыпятся. Малыш Джон. Планше очередной. Тон. Так, и сейчас будет последний призыв. Опять Фельтон. Но зато есть герой месяца. Вот минимум, на который рассчитывал, 2 героя месяца. 2 героя месяца есть. Отлично. Ну, тогда, в принципе, призыв неплохой. Спасибо, что смотрели до конца. Хотя, секунду, давайте. Давайте крутанем. Чего уж тут. 31 призыв будет. Офигеть, здравствуйте. Ха-ха! А вот и Портосик. У меня его, кстати, не было. Так, спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся на следующих призывах. Всем пока!